Благодарим молодцы, красавицы, умницы, рокеры, акселераты, металлисты и фанаты. Мы всем гостям рады, как добрым вестям. Добрый день, уважаемые гости деревни Осташова. Сегодня мы собрались в этой деревне на праздник нашего замечательного терема и праздник деревни. Пусть этот праздник, День терема и деревни, подарит вам радость, смех, улыбки, хорошее настроение. Ну а мы подарим вам хорошие песни. Итак, мы начинаем наш большой праздничный концерт. Душевной старины, только в тебе живет душа высокая, то ли осень зыбкой тишины. Нет России без песен и гармонии, нет России без трели соловья. Разведя руками горький дым, то вдовой выходишь одинокая, одарить цветами молодых. Нет России без песен и гармонии, нет России без трели соловья. Твое поле навсегда оставлю в сердце я. На кресте распятая и клятая возрождалась в новых именах. Берегу твои надежды святая, ты как очищение мне дана. Нет России без песен и гармонии, нет России без трели соловья. И твое ромашковое поле навсегда оставлю в сердце я. То сжигаешь пляски ты себя, ты навек созвучна русской доле, песня задушевная моя. Нет России без песен и гармонии, нет России. Всегда оставлю сердце я, и твое ромашковое поле навсегда оставлю в сердце. Большой праздничный концерт открыла наша гостья из Солигалича Надежда Дудина.
Уважаемые гости, сегодня к вашему вниманию большая обширная торговля различными сувенирами, выпечками, товарами собственного производства. Пожалуйста, подходите, угощайтесь, покупайте, отдыхайте. Ну а сейчас я немножко расскажу вам о тереме. Причудливый резной терем, находящийся за моей спиной, был возведен 52-летним крестьянином Мартьяном Сазоновым для своей молодой жены Екатерины. По легенде, строить терем начали с 37-метровой ели. Несли ее 35 мужиков, а рядом на лошади везли бочку пива и на ходу наливали усталым, выдохнувшимся мужикам. Руководил стройкой лично хозяин, признанный мастер плотницкого искусства, придирчивый и строгий Мартьян Сазонов. В 1897 году дом был готов, и хозяева въехали и в него жить. Шли годы, Мартьян умер, революция, дом долго стоял опечатанным. В послевоенные годы в нем разместили клуб, контору колхоза, почту, магазин. В 70-х годах деревню покинули все жители, и дом остался без хозяина. Стоял дом, грустил, зарастал лесочком и клонился к земле. Совсем бы разрушился дом, но случилось чудо. У дома появился хозяин, повеселел дом, преобразился, и стал он вновь чудо-теремом, как в свои молодые годы. Радует он теперь всех приезжающих к нему своими красками и омолодившейся резьбой. И устроил терем сегодня, в свой 119-й день рождения, большой праздник и пригласил на него много гостей. А гостей встречают молодые хозяева терема Андрей и Ольга Павличенковы. И я их с удовольствием приглашаю на эту сцену. Сегодня собралось самое большое количество. Надеюсь, на открытии еще будет больше, потому что мы, прежде всего, этот терем делаем для всех вас, для чухломичей, для костромичей, для того, чтобы приезжали сюда, смотрели на него и радовались этой красоте. И, пользуясь этим случаем, я хочу сказать большое спасибо всем вам, что вы сюда собрались, что вы поддерживаете нас. Хотел сказать спасибо властям района, главе района, главе Веденского поселения, депутату Алексею Баранову за то, что они нас поддерживают. И еще хотел сказать огромное спасибо Михаилу Шайку, ведущему этого праздника. У него сегодня день рождения, давайте ему поаплодируем. Большое спасибо, что пришли сюда сегодня. Мы очень-очень рады вас видеть и надеемся, что вы будете приезжать сюда еще и еще. Спасибо. Дорогие друзья, знаете ли вы или нет, но я хочу вам объявить, что в конце июля Андрей Павличенков стал лауреатом Всероссийской премии «Хранитель наследия». Ему вручена эта премия в Москве. Поздравим его с присуждением этой премии.